Жизнь на Земле зависит от Солнца. Ученые спрогнозировали, что произойдет на нашей планете, если Солнце вдруг погаснет. Внимание, спойлер, все будет очень плохо. Это канал Big Ideas, и в этом видео мы расскажем, что именно произойдет на Земле, если погаснет Солнце. Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поймут, что с Солнцем что-то не так в первую очередь. Но даже они узнают об этом не раньше, чем через 8 минут 20 секунд. Ровно столько свет идет от Солнца до Земли. После того, как Солнце погаснет, на всей планете наступит ночь. И люди не смогут видеть Луну. Ведь сама по себе Луна не производит свет, она лишь отражает солнечные лучи. Значит, без них мы не увидим Луну, как и другие космические объекты, видимые за счет отраженного света. После этого Земля начнет быстро остывать, как это обычно происходит с полушарием, на котором царит ночь. Подсчитано, что за неделю средняя температура поверхности планеты опустится ниже минус 20 градусов, за год где-то до минус 73. В конце концов, температура упадет до минус 240 градусов по Цельсию и будет сохраняться на этом уровне. Первыми под удар попадут растения. Они не могут существовать без фотосинтеза, который в свою очередь невозможен без солнечного света. Все мелкие растения погибнут в течение нескольких недель. Зато крупные деревья могут просуществовать дольше – несколько лет. Это возможно благодаря большому запасу глюкозы, которую растения вырабатывают в процессе фотосинтеза, и медленному обмену веществ. Пищевая цепочка будет нарушена, что приведет к быстрому вымиранию диких животных. Самыми последними из них погибнут падальщики. Люди же могут спастись, укрывшись в глубинах Мирового океана или под землей, где тепло будет сохраняться дольше всего. Ведь ядро Земли будет все таким же горячим. Возможно, человечество даже научится выращивать растения и животных в таких условиях. Энергию можно было бы получать за счет ядерных реакторов и геотермальных источников. Но даже если человеку не удастся выжить, отдельные микроорганизмы продолжат существовать даже в самых неблагоприятных условиях. Поэтому формально жизнь на Земле сохранится. Если Солнце исчезнет, то нечему будет удерживать Землю и другие планеты на их орбитах. В итоге все они выйдут за пределы Солнечной системы и будут лететь, пока не попадут под действие гравитации чего-то более крупного, чем они сами. Либо пока не столкнутся с любым большим космическим объектом, который способен их уничтожить. Однако, скорее всего, Солнце не погаснет, скорее наоборот, конец нашей планеты будет связан с его слишком активной работой. Ученые посчитали, что через 4-5 миллиардов лет Солнце расширится и поглотит или очень сильно разогреет Землю. Ставьте пальцы вверх, если вам было интересно это видео, подписывайтесь на Big Ideas, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, и, конечно же, делитесь этим роликом со своими друзьями.